Всем привет, Тимур Салихов. Сейчас мы находимся в Киеве, и в этом видосе я вам покажу немного сам город, его жителей и бэкстейдж со съемок ролика, который я вам не покажу. Вот. С нами Алишер из группы ММД и Андрей с рожками Мартыненко. В общем, приятного просмотра. Тут на самом деле очень круто в Киеве. Вот мы проезжаем Золотые ворота. Раньше это было входом в Киевскую Русь. Мы в Африке. Вот. Африка. Центральная Америка. Африка. Зашли в ботанический сад, чтобы снять пару кадров вот в этом среди лета зелени. Офигенно. Как тебе тут? Офигенно вообще. Если бы не вы, я бы здесь никогда бы и не был. Серьезно. Будешь свою девушку с водить на свидание? Да, всех девушек буду своих водить. Мне кажется, это там будет. Камера, на камеру больше. Она будет моей! Нет, ртом не двигай сейчас. Мы не жалкие букашки, супер ниндзя черепашки. Надо воду кидать. Опустить якорь. Да, абордаж. Вот такие дела. Мы приехали в Украину, в Киев, оккультуривать местных жителей. Дорвался человек до птичек. Что за муж про Андрея? Хотела бы забрать свой телефон. Не снимай меня! Самый классный. Очень классный. А где его можно найти? Куда он делся? Вообще прекрасно. Я хотела сделать с ним селфи, он взял и ушел. А ты чего фоткаешься? Я сейчас, давай. Все. Какова цена популярности? А? Ой, девочек много, а я один. Ну нельзя же так. Окей, давай. Ага, все как. Продолжаем съемки уже в магазине. Завтра будет самый ответственный день в клубе и в гостинице. Только что был в аптеке и купил себе там всякие штучки, типа витамина С и прочих от простуды. Поскольку у меня температура 38,5 и не спадает несколько дней. Так вот, это все мне обошлось рублей 200 на наши. То есть цены реально дешевле, чем в России. Еще одна особенность Киева – это вот такие вот люди-парковщики. Помогают парковаться в сложных местах торговых центров. Я правильно делаю, нет? Раз выше надо. Кто пришел, а? Оператор. Привет, Тимур. Ты чего тут делаешь? Так нежен, будто это первый раз падать. Нормально? Да. Да. Вот так, то есть это записывалось, да? Да? Да. А я думал, я просто как бы... Не, это вот это... А, да? Зайди там в окно. Не буду. Эта девочка будет моей. Девочка будет моей. Серьезно? Я все равно глотаешь. Давай. Хотя ладно, ты не старайся, да я выговариваю. Девочка будет моей. Девочка будет моей. Эта девочка будет моей. Сейчас за эту дверью происходит звукозапись будущего клипа, к
который мы завтра будем снимать. Короче, прибыли мы в отель, и тут всякие такие прикольные девочки. Дядя, выключай свой видеоблог, и начинай с ним. Мне тяжело на самом деле работать. Я требую повышения своего гонорара. Ну бухни. Ну какого черта тут такие красивые? Мне вообще о работе даже больше тебе и не думается, о работе не думается. Прекращай, у нас оператор. Че, как дела? Кто там? Первый дубль пробный, можно косячить. Я не прошу со мной провести это. Будет очень жарко. Не бухай, что ли? Что тут делать? После долгого сна. Что творится? Перемен в этой жизни настал. И то, что видел мир.